Возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну, что, а мы жертва агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну, что, а мы жертва агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже расслабятся.